Всем привет! Сегодня у нас распаковка вот такого вот пакета. Это Redmi 5 3,32 гигабайта версия с AliExpress. Покупался за 139,99 по тем временам. То есть шла посылка, не знаю, там, наверное, дней 20. Давайте посмотрим на нее. Должна быть глобальная версия. Положили, это что у нас, пленка, да? Положили пленку, но, наверное, один уголочек у нее задрался, потому что съехала с коробки и придавила его. Плюс немного примята коробка, видите, вмятина такая. То есть, хотя и упаковано было неплохо, но вмятина серьезная была. Вот. Получается, да, вот здесь аж лопнула вот эта вот подушка. И вот в этом месте удар, скорее всего, и пришелся. Давайте посмотрим. Да, вот сюда пришел удар, она лопнула. Ну, такая вот мятина, да? Это все наша почта. Ну, давайте посмотрим. Global версия. Все нормально. Так, Full Display 3,32 гигабайта. Все у нас вроде бы неплохо. Ну, давайте распакуем и посмотрим. Чтобы серьезный удар просто. Вот вмятина, видите, сюда пришла аж. Да, доставочка. Ну, хорошо, что здесь у нас сверху силиконовый чехол. Чехол желтит, я уже в какой-то распаковке... А, нет, это, наверное, пакетик желтит. Да. Хотя... Ну, немножко желтит, да. Немножко желтит. Это не очень красиво, как бы, ну, как по мне. Но то, что есть чехольчик, это явный плюс. Плюс он уберег от удара по телефону. Ладно, давайте смотреть дальше. Смотрим. Все на месте. Зарядочка на 2 ампера. Проводочек microUSB. И скрепочка в глубине. Инструкция на английском. Redmi 5. Все вроде бы неплохо. Вот, и сам телефон выглядит хорошо. Синий цвет. У нас уже был один синий цвет на 16 гигабайт для племянницы покупали. Вот, камера немного выступает. Ну, в общем, все нормально, все отлично. Сейчас запустим, проверим, как он работает. Скачаем, поставим обновление, которое прилетит, я уверен, сразу. Итак, загрузилось, все работает. Давайте проверим. Сразу появилось обновление. Да, Мифа 9570. Вот, ну, обновляем. Все, обновление прилетело, все отлично работает. Версия Android 7.1.2. Да, Мифа, версия MIUI 9.5.7.0. Все отлично работает. Все быстро, шустренько. В общем, продавца могу советовать, хороший продавец. Единственное, что почта, конечно, пыталась убить аппарат, но у нее ничего не получилось. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!